Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня, прямо сейчас я куплю полностью весь новый Gold Pass. Поэтому, ребята, с вас лайк и подписка равно большая пиписька. Чтобы понимали, ребята, это аккаунт моего подписчика. Я решил его порадовать, купить ему весь Gold Pass. И я куплю даже перчаточки. Вы посмотрите на этих малышечек. Приятной секунды, ребят, прожали лайкусик, потому что я могу точно так же прокачать и вас. Где-то просто поставить лайк и подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий. И самое главное, посмотреть все видео от начала до конца без перемоток. И следующий, кого прокачаю, возможно, будешь именно ты. Наша цель, ребята, это именно эти перчатки. Какие же они классные. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, санечки снимаешь. Ну что, ребята, прямо сейчас я уже купил Gold Pass. Давайте я вам сейчас все покажу. Сколько же у нас стоят уровни? 1400 рублей. Так дешево. Вообще изи-каточка. Погнали покупать. 5 minutes later. Ну что же, надеюсь, вы готовы. Прямо сейчас я все купил. Все хорошо. Давайте смотреть, какие же у нас будут скины. Снова обновление в инвентаре. Ну что же, 3, 2, 1. Поехали. Нам выпали самые крутые перчатки! Я не верю своим глазам. Не, это сон! Я просто протру глаза! Это сон! Нам реально выпали самые крутые перчатки, вы это видите? Мать моя женщина, посмотрите на этот дропашечек-то! Ай-яй-яй, статрек, райдер! П-350 тоже райдер, целых две штучечки! Ля, как круто, ребята, просто за это лайк! А чё это за чармик-то такой? Давайте мы этот чармик сразу на МАК-10 наденем! Обалдеть, ребята! Вот это, конечно, Gold Pass тоже доктор прописал! Да ты, чтобы посмотреть на эти наклеечки, на все это взгляните! Я думаю, этот подписчик будет очень рад, ему очень сильно повезло! Если вы хотите оказаться на его месте, ребята, прямо эту секунду прожмите лайкосик и обязательно подпишитесь. Смотрим дальше. Нам выпало очень много рарок, много-много всего. Но самое интересное, это как эти перчатки будут выглядеть в игре. Поэтому прямо в эту секунду и прямо сейчас мы, ребята, заходим на Sandstone и погнали смотреть, как же все это будет выглядеть. Что? Я просто не могу посмотреть, как же это круто! Блин, ребят, походу я прямо сейчас пойду и куплю Gold Pass еще себе на аккаунт. Вот это балдежик. Ля, не, ну взгляните. Вы просто взгляните на вот это. Я впервые вижу такой стендов. Это как в CSGO. Блин, очень круто, ребят. За это однозначно лайк, если вы тоже ждали эту обнову. Прямо сейчас прожмите лайкосик. И обязательно подпишитесь на мой канал. Насколько же это все круто. Ай-яй-яй-яй-яй. Я просто не могу. Также, ребята, нам еще выпало 3 кейсика и 2 графти пака. И давайте-ка мы их прямо сейчас откроем, потому что есть такая легенда, что все эти кейсы, которые попадают в Gold Pass, с них гораздо выше шанс выбить какую-то аркану. Поэтому давайте-ка мы прямо сейчас все это проверим. Так, кейсик номер 1. Дальше. Кейсик номер 2. Ну! Так, ну, кажись, это все миф, потому что нам арканы почему-то не выпадают. Но все равно, ребята, как же сильно я рад с вас, просто лайки, подписка. Прямо сейчас открываем еще один шарп кейсик. А можно было чуть нормально-то дать? Не, ну, ребята, нормально же общались. Не, ну, реально, нормально же общались. Так, ну что же, а сейчас будет самое интересное. Мы с вами откроем граффити пак. Вот это, ребята, уже будет полный разнос. И нам даже может выпасть отсюда вот голд скульчик, блин. Я еще ни разу не открывал граффити паки. Если честно, очень сильно надеюсь. Надеюсь, нам повезет. Но, увы, ах, это просто плевок мне прямо в душу. Ну, такой себе, ребят. Так, а тут арканка. Арканочка, арканочка, арканочка! Ну и конечно, ребята, я решил порадовать подписчика и дать ему немножко голдишки. И знаете, что мы сделаем? А мы прямо сейчас за эту голдишку откроем граффити паки. И я очень сильно надеюсь, что нам очень сильно повезет. 20 штучек. Просто, ребят, техника легкой руки. Просто открываем кабанчика максимально быстро. Нам выпадает, нам выпадает. Вау! I feel good, good and good and good. Обалдеть, братан. Просто сегодня твой день, поверь мне. Реально сегодня твой день. Вот этому повезло. С первого граффити пака, как только ему сдонатил, ему сразу выпало граффити очень почему. Как же это круто. Ну что, ребят, открываем дальше. Я очень сильно надеюсь, что подписчик будет реально рад. О, Gold School прилетел. Вы это видели? Gold School. Gold School. Граффити пак Angel. Понял, принял. Открываем дальше.
Ребят, если хотите оказаться на его месте, прямо эту секунду прожимаем лайкосик, обязательно подписываемся и пишем любой хороший комментарий. Чем больше комментариев, то тем больше шанс, что я вас замечу. Ну, пацаны, не отлинивайте, лайкосик, подписочка. Кто рад, что вышла обнова, тоже лайкосик, подписочка. Граффити Токсик Пэкет. Понял, принял, спасибо. Аркана! Аркана! О, еще одна легендарочка! Почти, 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 почти. Хорошая попытка, Илон Макс. Блин, ребят, просто представьте, насколько же будет приятно. Дал голдишки, выбил кучу аркан, выбил самые крутые перчатки. Блин, как же это круто, эти перчатки, это просто какой-то космос. Ну что, пацаны, открываем дальше. И граффити бан пэкет. Ну что, открываем, открываем, открываем. Я очень сильно надеюсь, что я смогу порадовать и выбить какую-то аркану, но нет. Мы, ребята, обкакались. Вот так вот бывает. Прилетел аркана, но, к сожалению, увы. Кстати, я заметил, что аркана Gold School, она максимально редкая, потому что она вообще не упадает. То есть, другие арканы как-то падают гораздо чаще, но именно аркана Gold School вообще не падает. Это просто какая-то фиаско. Какое мое мнение по поводу обнова? Много кому интересно. Я скажу честно, пацаны, вот я не буду сейчас визжать для видео, чтобы были просмотры. Я скажу честно, пацаны, слабоватенько. Ну, реально слабоватенько. Ну, разработчики, ну, ёганый бабай, ну, мы ждали больше, мы ждали ту обнову сколько? Ну, 2 месяца. Ну, можно же было там добавить какую-то карту хотя бы в Хэллоуин стилистике, это было бы гораздо круче. Полностью отдельную карту, типа там Сенстоуна переделать, или Раст, или еще что-то. Это было бы прям очень круто. Вау! 2 очпочмака, ничего себе. Ничего себе. Вот тогда повезло. Ой-ой-ой-ой. Ага. Но, к сожалению, Gold School не выпал, но мы были очень-очень близко. Ладно, ребят, поехали дальше. Выбиваем очередные арканы. Надеюсь, нам повезет, но пока что нападают рарочки. Слушайте, ну, 2 арканы, это, в принципе, тоже неплохо. Я думаю, он будет очень-очень, еще раз, очень рад. Поэтому, ребят, пожалуйста, прожмите за это лайк. 3 арканы! С 20-то граффити паков! 3 арканы? Ядрить, колотить. Это вообще законно? Выпал олень. Ну, я надеюсь, это без намеков, да? То есть, тут же оленей нету, пацаны. Прощат, кто не олень. Прощат, проверим, сколько нас. Граффити килл пакет. Понял, понял. Ну, тут такой дефолтный граффити пак. Ну, ничего интересненького. Открываем дальше. И, надеюсь, нам повезет. О, прикольно, граффити пак ангел. Ну что же, мои уважаемые подписчики. Вот такой вот у нас стал инвентарь подписчика. После того, как он познакомился с кем-то ПК. Поэтому, ребят, с вас лайкосик, подписочка. И напишите любой хороший комментарий. Ну что же, мои сладенькие подписулечки. С вами был Лашкин Духа. Всем удачи, всем пока.